А уже сегодня глава Якутии встретился с многодетными матерями и активистами женского общественного движения. В зале республики состоялось торжественное мероприятие, где приветствовали хранительниц очага матерей. Они пообщались с Егором Борисовым, озвучили главные проблемы, с которыми сталкиваются многодетные и приемные семьи. Отметим, что ежегодно в республике рождается более 16 тысяч детей. В республике уделяется внимание самобытным семейным ценностям. Для многих семей являются примером золотые семьи, чьи имена вошли в уникальную книгу «Золотые семьи Якутии». Сегодня также принимаются меры по улучшению жилищных условий многодетных семей, устраняется очередность дошкольные образовательные учреждения. Мы провели очень много мероприятий накануне Дня Матери. И отрадно, что в этом году мы встречаем этот день с новыми успехами. Наши женщины, наши семьи прославляют наши республики. В конкурсе, всероссийском конкурсе «Семья года» семья Жарковых из Катасова стала победителем в номинации «Золотые семьи России». Поэтому наш праздник сегодня яркий, теплый и хороший.